Служение Дерека Принца. Крест в центре. Часть первая. Хочу представить вам еще три причины, почему нам нужно поставить крест в центр всего. И моя третья причина делится на две части. Если вы соедините первые три и вторые три, то у вас получится шесть. А если шестая делится на двое, то это уже семь. А я всегда чувствую удовлетворение, когда дохожу до седьмой причины, потому что понимаю, что все, больше искать не надо. Итак, следующая причина очень важна, и враг хотел бы, чтобы мы никогда о ней не узнали. И он сделает все возможное, чтобы помешать нам понять ее или применить. Речь идет о том, что крест является единственным основанием для полного поражения сатаны. Через крест Христос принес сатане полное, постоянное и бесповоротное поражение. Сатана не может этого изменить и понимает, что уже слишком поздно. Когда он добился смерти Иисуса на кресте, он добился и своего поражения. Но с того времени он делает все, чтобы скрыть этот факт, особенно от церкви. Если вы выступаете против сатаны в вашей жизни на любом другом основании, кроме того, что Иисус победил его на кресте, то вы потерпите поражение. Потому что он значительно сильнее и мудрее, чем мы в своей мудрости и силе. В служении освобождения от злых духов, которому призвал меня Господь еще 30 лет назад, я очень быстро узнал, что демонов не впечатляет наша теология, их не впечатляет наша деноминация. Вы можете сказать им, я пятидесятник, я баптист, а я пресвитерианец, но их это мало волнует. Но когда вы разбираетесь с ними на основании того, что Иисус сделал на кресте, тогда исполняется местописание «демоны веруют и трепещут». Я много раз видел, как демоны трепетали, когда сталкивались с реальностью поражения, которое пережил сатана из-за креста. Я бы хотел открыть вторую главу послания Колоссянам с 13 стиха. Должен признаться, что это довольно сложное утверждение, и у меня не будет времени, чтобы долго разбирать его, но я верю, что Дух Святой сделает его понятным для вас. И вас, говорится здесь, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, Бог Отец оживил вместе с Ним, простив нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас. И Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою». А теперь, если можете, оставьте закладку в этом месте, потому что мы сюда еще вернемся. И на минутку откроем 11 главу Евангелия от Луки. Посмотрим 21 стих. Это притча, которая, по моему мнению, разъясняет истину из 2 главы послания Колоссянам. Иисус говорит, когда сильный с оружием охраняет свой дом, тогда в безопасности имение его. Когда же сильнейший его нападет на него и победит его, тогда возьмет все оружие его, на которое тот надеялся, и разделит похищенное у него. Тут описан человек, тиран, угнетатель, у которого есть сильно укрепленный замок, где он является полноправным хозяином. В этом замке находится множество нажитого нечестным путем имущества и добычи, которое он отобрал у угнетаемых людей. Под его контролем также находится большое число рабов, которых он заставляет выполнять его волю. Он сидит там в полной амуниции и считает себя непобедимым. Но другой человек, сильнее его, выступает против него, побеждает его, а также, обратите внимание, забирает у него все его оружие, затем освобождает его пленников и раздает все это добро. Итак, кто первый сильный человек?
это сатана, а второй сильный человек — это Иисус. То есть это небольшая притча о том, что сделал Иисус. У сатаны все было под контролем. Он поработил все человечество, лишил нас всех благословений и богатств, которые приготовил для нас Бог, и считал себя непобедимым. А затем, слава Богу, пришел Иисус, и без какого-либо военного оружия и с помощью креста Он нанес полное и бесповоротное поражение сатане. Послушайте, победив сатану, Иисус забрал все его оружие, а затем сказал пленным: «Теперь вы свободны, а на выходе не забудьте взять себе какое-нибудь добро». Здесь Иисус сам описывает то, что Он совершил своей смертью на кресте. Что ж, опять вернемся к посланию Колоссянам 2 главе, где описано, как Он это сделал. Если вы посмотрите на 15 стих, то увидите, что Иисус обезоружил начальство и власти. А чьи это были начальство и власти? Опять же, сатаны. Те же самые начальства и власти упоминаются в послании Ефесянам 6 главе, где написано, что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, мироправителей тьмы века сего, и против духов злобы поднебесной. Итак, Иисус победил их и обезоружил. Также Он подверг их публичному позору. А нам важно понять, на каком основании Он сделал это, потому что пока мы не поймем основания, мы сможем верить в это в теории, но не сможем применить это на практике. Так что является величайшим оружием сатаны против человека? Вы можете дать мне множество ответов, но приму я лишь один. Да, прежде всего, это чувство вины. Приведу вам небольшой пример из своего воображения. Это могло произойти очень много веков тому назад. Мы знаем, что во времена Иова сатана имел доступ к Богу. Когда ангелы пришли, чтобы дать Богу отчет обо всем, что они делали, сатана тоже подошел к престолу. Это довольно типичная ситуация для него. Он вел себя так, словно говорил: «Бог, я знаю, что поступил плохо, но вот я здесь. Я все еще прихожу к тебе». И, насколько я понимаю, единственным, кто заметил сатану, был Господь, потому что Павел писал, что сатана может превращаться в ангела света. Как вы помните, Бог и сатана начали обсуждать Иова. Правда, вы рады, что они обсуждали не вас, да? Я представляю себе сатану наглым и дерзким. Он хвастливый, болтливый. Я представляю себе, как однажды сатана говорит Богу: «Послушай, Бог, я знаю, что ты праведен, справедлив и свят. Хорошо об этом знаю. Знаю, что я бунтарь. Видишь, вон то озеро из огня и серы, которое находится ни на небе, ни на земле, а во внешней тьме. Я знаю, что закончу именно там. Я знаю, что я это заслужил, и не спорю об этом. Но послушай, я хотел бы сказать тебе одну вещь. Видишь вон тех людей, которых ты сотворил по своему образу и подобию, и которых ты так сильно любишь? Я сделал из них таких же бунтарей, как и я. Ты это знаешь. Так вот запомни, Бог, когда ты отправишь меня в то огненное озеро, то твоя справедливость требует того, чтобы ты отправил туда их. Не забудь сделать это, когда отправишь туда меня и моих ангелов». В моем воображении Бог просто промолчал. Иногда наилучший способ разобраться с дьяволом — это не спорить с ним. Это очень задевает его чувства. Если вы его игнорируете, его это очень расстраивает. Бог ничего не сказал, но у него был план. Знаете, каким был его план? Его планом был Иисус. И вот приходит Иисус, он последний Адам,
и полностью отождествляет себя с человеческой расой. Сатана преследует его и добивается его смерти. Но когда он умирает на кресте, то является представителем всей человеческой расы, и вся наша вина возложена на него. Он понес полное наказание, и когда он умер и был погребен, с нашей виной было покончено. Но лишь в том случае, если мы поверим. Нам нужно принять это верой. Понимаете, что сделал Бог? Он придумал, как спасти человечество от озера огненного, и при этом, в своей справедливости, Он может простить нас и наказать сатану. Нигде в Библии нет никакого другого предположения, что сатану может ожидать другая судьба, кроме озера огненного. Иисус принял на себя не образ ангелов, Он не замена для ангелов. Он последний Адам и пришел как замена для всего человечества и только для человечества. Я думаю, что даже всей вечности не хватит, чтобы понять, почему Бог так сильно любит все человечество. Я думаю, что это самый удивительный факт из Библии. А Библия полна таких удивительных фактов. Если вы читаете Библию, и вас ничего не удивляет, то значит, вы ничего не понимаете. Это удивительная книга. Итак, на основании того, что сделал Иисус, вы понимаете, что теперь Бог может справедливо наказать сатану, как тот и заслужил, и справедливо оправдать тех, кто принял жертву Иисуса. Мы не можем быть оправданы, пока не применим к себе эту жертву. Через смерть Иисуса Бог сделал две вещи, чтобы освободить нас от вины. Во-первых, Он покрыл наше прошлое. В конце 13 стиха сказано, что Он простил нам все наши грехи. Все наши проявления, непослушания были наказаны в Иисусе, и поэтому Бог, не идя на компромисс со своей справедливостью, может теперь простить нас. Итак, прошлое чисто. Если вы по-настоящему верите в Иисуса и приняли Его жертву, то на небесах нет против вас никаких записей. Каждый ваш плохой поступок был заглажен. Бог опустил их всех в море забвения и сказал, что больше никогда о них не вспомнит. Возможно, вы помните, что говорила Кари Тенбум. У нее была табличка, на которой было написано «Рыбалка запрещена». Это именно то, что Бог сделал с нашим прошлым. Все присутствующие здесь, верующие в Иисуса, должны иметь твердую уверенность в том, что все ваши прошлые грехи полностью прощены и никогда не будут вспоминаться. Но если у вас есть грехи, которых вы не исповедовались, то их это не касается. Поэтому единственный выход — это исповедать их. Что происходит, когда мы исповедуем свои грехи? Бог верен и праведен, чтобы простить нам все наши грехи и очистить нас от всякой неправды. Но Богу все равно нужно было позаботиться о будущем, иначе мы бы снова начали грешить. То, что Бог сделал для будущего, понять значительно сложнее. Он убрал закон Моисея как средство достижения праведности перед Богом. В Библии написано, что Бог пригвоздил ко кресту закон со всеми его заповедями и повелениями. Есть такая песня, в которой поется, что наши грехи прибиты ко кресту. Насчет этого не знаю, но зато я уверен в том, что закон был прибит ко кресту. И когда мы подходим ко кресту и проходим через него, то выходим за пределы действия закона. Мы больше не под законом. Мы свободны от его требований. Мы поговорим об этом на следующем служении. Итак, что же сегодня требуется для праведности? От нас не требуется соблюдать закон Моисея, слава Богу. Иначе никто из нас не мог бы его исполнить. Со всеми своими деталями он является очень сложным, и в нем множество требований. Так что же?
От нас требуется только верить. Нужно только это — вера. Несоблюдение целого ряда правил, а вера. Мы откроем послание к римлянам. Здесь приведен пример Авраама. В Бытии Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. В праведность ему вменилась только вера. И здесь, в конце 4 главы, Павел пишет, «Потому и вменилась ему, то есть Аврааму, в праведность». А, впрочем, не в отношении к нему одному написано, что «вменилось ему», но и в отношении к нам. «Вменится и нам». Верующим в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Итак, мы в той же категории, что и Авраам. Если мы верим в то, что Иисус сделал на кресте, он был предан смерти из-за наших проступков, понес наказание и воскрес из мертвых для нашего оправдания, чтобы праведность вменилась всем нам. Праведность вменилась нам на основании нашей веры, так же, как это было с Авраамом. Авраам заработал праведность не делами закона. Он даже не был под законом. Также она будет вменяться нам не по нашим делам, а по нашей вере. Вера — это единственное основание для праведности, приемлемое для Бога. Насколько я понимаю, то Бог не разрешает нам ничего добавлять к этому требованию. Это не вера в комплекте с чем-то еще. Это не вера плюс закон, не вера плюс церковь, не вера плюс крещение, вера плюс добрые дела. Это вера, как говорят, «sola fide». То есть одна только вера и ничего больше. Это великая истина, восстановленная во время Реформации. Реформация восстановила не все, но зато она ухватилась за тот факт, что только благодаря вере мы можем оправдаться перед Богом. Бог аннулировал закон Моисея как требование для достижения праведности, и Он не заменил его никаким другим законом. Я знаю, что часто учу об этом и вижу, как у многих христиан от удивления открывается рот. Я к этому уже привык. Но как бы там ни было, это центральная истина Евангелия. Удивительно то, что многие люди заявляют, что верят в Евангелие, но не понимают этого. Приведу вам еще одно местописание из 2 главы послания к Ефесянам. Начнем мы с 14 стиха. Здесь тоже говорится о том, что Иисус сделал на кресте. «Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно, то есть из иудеев и язычников, и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью своею, а закон заповеди учением». Вот на этом, пожалуй, остановимся. Он упразднил своей плотью и своей смертью закон заповеди и учений, и тем самым упразднил вражду. Вражду между евреями и неевреями. Закон принес не мир, а вражду. И вражда эта длится уже 4000 лет, вернее, около 3500 лет. Потому что здесь евреи, которые делают одно и говорят, что именно это делает их праведными, а на другой чаше весов все остальные, мы, которые ничего не делают, и говорят, что мы такие же хорошие, как и они. Конечно же, будет вражда. Также закон приносит вражду между Богом и человеком, потому что когда мы приходим под закон и нарушаем его, мы становимся врагами Бога. Поэтому, чтобы сделать нас праведными, Богу пришлось отложить в сторону требования закона Моисея. Тут сказано, что это закон заповедей и учений. Если хотите посмотреть еще один перевод, новая международная версия, он довольно специфичный, но там все сказано четко и ясно. Большинство из нас чувствует себя как тонущий человек, который держится за доску, каковой является закон. И нам кажется, если мы отпустим эту доску, то утонем. А истина в том,
что нам нужно утонуть и снова всплыть, потому что доска нам не поможет. Итак, что же является ключом к праведности? Это вера. В 22 главе Евангелия от Луки есть хороший пример. На последней вечере Иисус предупреждает Петра, что он трижды отречется от Иисуса в ту ночь. Вот что он сказал Петру в 31 стихе. «Симон, сатана просил, дабы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе». О чем он молился? О том, чтобы Петр не отрекся от него? Нет. Чтобы не оскудела вера его. «Петр, ты сделаешь много плохого, но если ты продолжишь верить, то я проведу тебя до конца». Это хорошая новость, не так ли? Если мы будем верить, то Бог проведет нас через все обстоятельства. У нас могут возникать проблемы, у нас могут быть свои поражения, но наша вера будет постоянно вменяться нам в праведность. Если вы вернетесь к истории об Аврааме, то увидите нечто интересное. Авраам совершил много проступков. Он даже позволил, чтобы его жену забрали в чужой гарем. Это вообще-то не очень хороший поступок. Бог не одобряет этого. Но во всех этих обстоятельствах, даже когда он поступал так, его вера все еще вменялась ему в праведность. Если бы вы смогли понять это, то вздохнули бы с облегчением. Я не говорю, что Бог поощряет нас делать плохие вещи, но если мы искренне будем стремиться к тому, чтобы исполнить то, чего хочет Он, то даже если делаем что-то плохое, наша вера все равно вменяется нам в праведность. Расслабьтесь. Вам не нужно держаться, просто продолжайте верить. Вот и все. Благодаря этому Бог освободил нас от вины. Сатане больше не в чем обвинить нас благодаря кресту. Если вы откроете послание к римлянам, то там прочитаете, что мы, оправдавшись верою, имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, потому что нет ныне никакого осуждения, ноль, нисколько, к тем, кто соблюдает закон, быть может, нет, к тем, которые во Христе Иисусе. Насколько я понимаю послание к римлянам, я сделал по нему целую серию видеопроповедей, то с 1 по 8 главу идет паломничество. Я называю его римским паломничеством. А 8 глава — это пункт назначения, к которому мы все должны стремиться в нашей духовной жизни, а ее кульминацией — является вечный, неразделимый союз с Иисусом Христом. Но 8 глава — это глава о победе, в которой есть только одна дверь, и это 1 стих. Нет ныне никакого осуждения. Если вы находитесь под осуждением, то не можете оставаться в 8 главе. Многие христиане очень часто оказываются под осуждением, и они все теряют. Они не остаются в этой главе, потому что они не учились азам свободы от осуждения. На мгновение взглянем в книгу Откровения. Здесь есть очень хорошее описание нашего врага. Многие люди считают, что это уже произошло, а я считаю, что будет только в будущем, но сейчас не будем спорить об этом. Здесь описано то, как сатану и его ангелов прогнали с небес. В 10 стихе говорится: «Услышал я громкий голос, говорящий на небе, ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа Его». «Потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них перед Богом нашим день и ночь». Если это будущее, то из этого мы можем понять, где находится сатана и чем он сейчас занят. Что он делает? Он клевещет и обвиняет нас. Вы это понимаете?
Поэтому вы иногда чувствуете себя так мрачно и угрюмо. Вокруг вас создана атмосфера вины, и вам нужно научиться разбираться с ней. Почему он обвиняет нас и какую цель при этом преследует? Он хочет доказать, ну что? Нашу виновность. Вы скажете, а почему Бог не остановит его? Насколько я понимаю, ответ Бога звучит так. Потому что я дал вам власть останавливать его. Я не буду делать этого за вас. Делать того, что вы можете сделать сами. А следующий стих рассказывает нам, как его остановить. Братья и сестры, я рассказываю это бесплатно, но если бы вы платили мне деньги, то нет таких денег, которые могли бы оплатить то, что я собираюсь сказать вам, потому что это ответ на чувство вины. И что же это? Они победили его, написано в Библии. Кого? Его. Вы заметили, что есть прямой конфликт между Божьими людьми и сатаной? Они победили его. Некоторые люди говорят, что сатана не создает никаких проблем христианам, но это неправда и не соответствует Библии. Как они победили его, а? Кровью Агнца и словом своего свидетельства. И сейчас я расскажу вам, что это значит, по моему мнению. Мы побеждаем сатану, когда мы лично свидетельствуем о том, что говорит Слово Божие, и о том, что делает кровь Иисуса для нас. Это наше свидетельство. В Ветхом Завете, чтобы применить кровь пасхального агнца, которая гарантировала им иммунитет от суда, им нужно было покропить кровью косяки дверей. Помните эту историю? Для кропления крови можно было использовать только одну вещь. Небольшой пучок травы под названием иссоп. Траву погружали в посудину, кропили кровью, и так они были спасены. Для нас кровь Иисуса была уже пролита. Христос, наша Пасха, уже был принесен в жертву. Кровь доступна нам, но как ею воспользоваться, когда она нужна, что является нашим иссопом? Ответ находится в этом стихе. Это наше свидетельство. С помощью нашего свидетельства мы применяем кровь там, где мы живем. Итак, мы побеждаем сатану, когда лично свидетельствуем о том, что говорит Слово Божие, и о том, что делает кровь Иисуса для нас. Если бы наше время не было ограничено, то я бы провел вас через серию исповеданий. Но Библия говорит, что мы искуплены кровью Иисуса из рук сатаны. Библия говорит, что кровь очищает нас от всякого греха. Мы искуплены. Это четыре важные вещи, которые не нужно забывать. Исповедуйте их. Если вы желаете получить информацию о дальнейших учениях и ресурсах, доступных в нашем служении в Великобритании, свяжитесь с нами и закажите новый гид по ресурсам нашего служения. Позвоните нам или посетите наш сайт www.dpmuk.org. Также вы можете написать нам по адресу, который вы видите на экране. Мы вам рады!